Курс валют в Украине 16 февраля коварно заморозится. Однако гривна собирается силами для фатального удара. Об этом сообщают на сайте Национального банка Украины. Так, за 100 долларов нужно будет отдать 2447 гривен, а за 100 евро 2658. Однако, уже в начале недели, 17 февраля, стоимость валюты унизится. За 100 американских вечно-зеленых придется отдать 2044 гривен, а за 100 евро нужно будет выложить 2649 гривен. До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года. Такой удар по мировой экономике будет первый за последних 11 лет, ведь непрерывно рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала подряд. Об этом сообщает эксперт Capital Economic. Соответствующе с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировое ВВП не увеличится по сравнению с предыдущими кварталами, заявил экономист Capital Economic Саймон Макадам. Также специалист добавляет, что эпидемия остается, а остающее время мировой экономики наверняка потеряется производство. В середине 2021 года ВВП достигнет такого уровня, на котором он был бы, если бы не пришла эпидемия.